В начале пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии Амир Амиров напомнил присутствующим о задачах, возложенных на службу. А их немало. Это противодействие разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств, борьба и пресечение фактов проникновения на территорию республики террористических и экстремистских групп, противодействие контрабандной деятельности, пресечение незаконной миграции. Амир Амиров также ознакомил представителей абхазских СМИ с работой, проделанной за текущий год. Для выполнения поставленных перед пограничниками задач есть все условия и средства, подчеркнул Амиров. Задержано нарушителей государственной границы с начала года более 2200 человек. Вот. Нарушителей пограничного режима порядка 200 человек. На морском направлении задержано 5 судов-нарушителей. Значит, наиболее значимые результаты — это из незаконного оборота оружия и боеприпасов изъято и передано установленным порядком в СГБ Республики Абхазия 5 гранатометов, около 1,5 килограмма взрывчатых веществ, 6 единиц огнестрельного оружия, 19 мин различного типа, 14 гранат различного типа, более 16 выстрелов гранатометом, порядка 14 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Ну, ряд других компонентов к вооружению и к оружию. Для того, чтобы пограничник был готов выполнять поставленные перед ним задачи, он должен быть в хорошей физической форме, должен умело обращаться с оружием. Для этого сотрудники погрануправления систематически проводят занятия по стрельбе. Накануне пресс-конференции журналистов пригласили на одно из таких занятий. В ходе стрелковой тренировки по огневой подготовке подразделение выполняло различные элементы боевого порядка. В ходе занятий были продемонстрированы умения сотрудников погрануправления пользоваться огнестрельным оружием и на что способно российское оружие. Учитывая, что службу российские пограничники ведут в различных географических условиях, в ходе занятий отрабатывается целый ряд различных ситуаций. Одно дело, ну, задержать там местных гражданских лиц, которые там возвращаются откуда-то от родственников, там, а другое дело столкнуться на границе с хорошо подготовленной вооруженной группой и здесь победить тот, кто лучше подготовлен, лучше вооружен, лучше тактически обучен. Поэтому эти занятия у нас проводятся постоянно со всеми категориями военнослужащих. Отвечая на вопросы журналистов, временно исполняющий обязанности начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии Амир Амиров рассказал о том, что строительство инфраструктуры пограничных объектов завершены и все они сданы в эксплуатацию. Завершено полное обустройство грузино-абхазской границы. С октября прошлого года мы приступили к совместному пограничному контролю пунктов пропуска. Вот с 8 октября в пункте пропуска Ингур, а вот в мае нынешнего года были открыты еще 4 пункта пропуска пешеходных, вот, в которых также осуществляется пограничный контроль. К совместной охране грузино-абхазской границы пограничное управление ФСБ России в Абхазии приступило в 2009 году. Протяженность участка составляет 365 километров, из них 219 – морская граница. Роберт Джо, Пако Пкущан, Абхазское телевидение.